В мае будем митинг проводить, приходите. Заседание Евразийского экономического союза. Мы здесь написали еще. Решительно, ясно и твердо поддерживать Россию и лично Путина на геополитической арене, как нашего главного союзника и партнера. Если какой-то конфликт с Россией происходит, с какой-то страной, мы должны прежде всего сказать, сперва наведите порядок с Россией. Если все сделаете, дальше дружим. Если нет, ребята, мы останавливаемся. Мы будем информацию нашу выкладывать на русскоязычном сайте, называется «Русский.джей». У них есть еще сайт «Новороссия», представительство их здесь есть, они с нами очень хорошо дружат, контактируют. Мы не преследуем цель, знаете, повыше там залезть и покричать погромче, нет. Нам важно, чтобы...